Ну что, вот и пришло время. Вечер 2 января 2020 года. В конце концов разобрать эту железную дорогу. А то мы по гостям ходили. Да и сейчас, в принципе, время-то уже скоро спать. 21:20. Ну, свечку я зажигала. Тут бардак убирать надо. Ну, праздничные дни такое бывает. Мы и кушаем много, переедаем. А делать нехрен. Сейчас сидела, оливье ела. Муж говорит, что оказывается, Катя, ты купила не электрический электропоезд, не на батарейках, типа руками водить. Ну, ладно. Посмотрим. Ага, свет откуда горит? Вот смотри, гад. Такие маленькие, их надо беречь, потому что... Если чуть-чуть давил колесо, и уже кататься не будет. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Еще раз показываю, фирма вот такая вот. Разные, там разные, разные. У кого большие комнаты, особняки, ну, дома, да, может вообще, могут все купить. Вот оно все вот так вот. Аккуратно здесь. Упаковано. Захар сейчас помешать не будет. Вот книжечка есть, сыной, смотри. Нефтяной терминал. У тебя будет нефтяной терминал. Нефтезавод, кран. На. Да нет, вроде электрический. Кнопочка. Только батареек, наверное, у нас нет, Антон. Это какой-то кнопка на остановке, наверное, скорее всего, вот это вот. Угу. Или гудок. Гудок, наверное. Вот сюда батарейка. А, это эти мизинчиковые. Ну, сейчас. Вот домики. Берем. Ой. Ничего не мне. Ой, тяжеловастенький такой прям. Ну, выглядит не очень. Маленький, но он тяжелый, добротный. Вот инструкция. Вполне нормальный. Ну, пластик, ну, хороший пластик. Вот Захар может открыть, сыночек. Елочки тут вот можешь открыть. Ёлка. Зачем в рот ты её тащишь? Это же ёлка. Кто тебе сказал её есть? Собираю, соединяю, расширяю. Прикольно. Это вот это кран, походу, будет. Камеди Клаб идет. А? Я говорю, Камеди Клаб идет. Папа собирает, Захар ему как бы помогает, в то же время ломает, рушит все. Такая штука интересная, сюда вроде как можно водичку наливать. Видите, проводочек такой. Вот. Я вижу того, кто проиграет. Все волтовы. Я вижу в этих бездонных очах, как в Байкале. Это какое-то определенное понятие откуда? Ну да, и санскрит, да, санскритское, индийское. Да, Захарка уже типа ездит. Это, да, если... Бурито тоже как-то переводится?
Бурито три иероглифа. Бурито – это японское «бу». Воин, риск. Слышишь, Бурито разговаривает. Объясняет, как, почему Бурито называется. Вадим Галыгин, друзья, наш, наш Вадик. Вадик, ты в последнее время пропал, думаю, может, с тобой какая-то беда, может, ты какой-то ерундой занимаешься. Папе понравилось занятие. Ну, правильно, так и должно быть. Говорит, неплохое качество пока. Ну, по мне так главное, что поезда поехали. Ребенок рукой ездит. Птенчик маленький. То есть вот тут интересно, то есть сделано стрелочки. То есть вот он либо вот сюда едет, либо если прямо. Вот так раз, вот он прямо поехал. Ну, собирай, собирай. Потом. Тут вот так можно будет собрать и типа нагружать. Камера вот где, да? Хорошо. А где опять носки, а? Собрать собрали? Ну что? Батареек, да, наверное, нет? Пока нельзя. Они говорят не и-го-го, а о-го-го. То есть еще тебе. Сосиска. 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 Это вагон поезда. Ой, вагон поезда. Вагоны поезда. Короче, это паровоз, это поезд. Это все, все на свете. У нас подарки, скажи, стоят. С Новым годом всех. Знаете, чем пепельница отличается от Прохора Шаляпина? Паку никогда не стряхивал в пепельницу, мать его, сечете? Так и есть. Тут у меня мыло я собираю. Фанатка кусковых мыл. Муж мне шампанское подарил. Она была странная, соглашусь. Садитесь сюда, физики. Делаешь? Чтобы батарейки вставить. Так у нас же мизинчиковых нету. Ну, мизинка, значит, будем ставить. Ну так, нормальное качество за эту сумму. Пойдет. Тапочки одевай, да. Сюда должна водичка наливаться, вот в этот вагон. Это у него стоп стоит или... Так, проверяем. Тут прямо, тут прямо. Подожди. Детям, видите, как детям не терпится. Захар уже этот. Так, Захар убегает. Машину катает. Быстро ездит. Так, он зацепился за провод, по-моему, не? Да-да, эти бревна за провод зацепили, за нефтяной завод. Что-то он как-то тут никак... не помещается, угу. По-моему. Все может быть. Все-таки поворот. Такой. Да? Что-то тут, по-моему, не продумано. Или я неправильно собрал угол.
Не, ну здесь же он проехал. Да. Туда его идем по-большому. И тапочки у него есть. Я же говорила, ты даже не поправил бревна, Мурзик. Да при чем здесь бревна? Да посмотри, бревна зацепились. Вот, зрители, вам да тоже показывают. Да я их могу достать даже. Дело не встань. В них. Да не в них дело. Вот, смотри сюда. Давай проверим. Вот тут, видишь? Нет, не вижу. Мне надо, чтобы он ехал по вот этому. Зось, ты прям всем телом тут ездишь. Я же говорила, МБ. Не, хорошо, ездит быстро. Для этой стоимости вполне даже пойдет. Муж на тормоз нажал. Там водичка должна еще наливаться как-то. Как его на ту большую пустить дорогу? Или он в другую сторону должен быть. Может быть, он в обратную сторону. Захарчику нравится самому управлять, конечно. Ну ничего, утром встанет, раздолбает всю железную дорогу. Там будет катать. Хотя он на кнопки умеет хорошо. Даже бать. Ой. Ага, тут неправильно. С рельс сошел. Правильно тут стояла. Угу. Вот так вот и происходят аварии. Ну. Так. О, тут тоже неправильно. Вот, стрелочки нормально поставил муж, теперь она проезжает спокойно везде. Просто только запустили же, вот, ой. В общем, как-то так. Захарка боится. Вот такая вот железная дорога, сынок. Тебе Дед Мороз принес, да? Все, скажи. Я поиграю, сколько меня на это хватит. До свидания. Пока-пока. Спасибо за лайки.